Выйти на Луну можно через дыру. А если провоняетесь, умрете, мы не виноваты. СВ не гарантия успеха вам. Три фака по трем пунктам. Всем привет, это наш вложик. И мы с Валерой уже приехали на вокзал в Уфе, зашли в наш поезд, и у нас купешечка на двоих. Вот лишь Леонидович отдыхает от свадьбы. Тут отдыхаю от свадьбы я. Мы, в общем, взяли вот такие мороженки в самом вокзале. Уже купили чаечек, купили также сачок. У нас еще апельсинка, все дела. Еще нас один раз будут здесь кормить. Надо будет выбрать, что мы будем есть. Вегетарианский ужин есть. Опа, она. Вегетарианский ужин. Холодная закуска, горячее блюдо, десерт. Ну, отлично. Все, живем, тусим. Сейчас мы с Валерой ляжем спать, потому что мы почти что не спали после свадьбы. На. И поэтому, ребята, сегодня у нас такой поездной вложик снова. Уфа, прощай. Как тебе Уфа? Понравилось, Валер? Ну, там вроде неплохой. Центр у них прям... Центр города хороший, да. А больше мы нигде не были. Больше нигде не были, да. Поэтому сейчас мы будем кушать первый вкус мороженое. Много клубничного джема, пломбир. И увидимся с вами, ребят, попозже. Ну, давай, вещай. Короче... Блин, вы извините меня за мой внешний вид, но в поезде но... нормально, красиво выглядеть сложно. После свадьбы можно так выглядеть, да, вообще-то. Вот, в общем, мы ничего не ели с самого-самого утра. И заказали еду, которую нам, не знаю, часа, наверное, 2 или 3 готовили. Господи, неужели мы сейчас поедим? У меня уже от голода желудок начинает съедать сам себя. И из-за голода еще и укачивает. И после вечеринки укачивает, да, как вы понимаете. И... От голода еще фиговее становится. И вот так хотелось поесть, наконец-то понесли. Давай обзор делай. Это, наверное, этот супчик, он, по-моему, грибной и с лапшой. Здесь овощи такие, типа, запеченные. И овощная, типа, нарезочка. Вот. А Валера что? Булки с джемом есть. А Валера что? Суп куриный. Это, я не знаю, что. Там картоха жареная с чем-то. В общем, наконец-то поедим. О, перец и сыр. С сырком перчик. И все это стоит? За, ну, за один, 500, с, за один сет, да. 500 с чем-то даже. Да, конечно, выгляжу, но... Что поделать, ребят? Бытовуха. Поездная. За окном поля. Да. Давай рассказывай, зачем тебе макияж в поезде? Шум накраситься. Думала, что очень страшно. Так никто же тебя не видит даже. Ты видишь, проводники видят, люди, да, которые едут, видят. Для меня и не накрашены, все хорошо. Ну, вообще для себя, это в первую очередь. Нам еще долго куковать-то. Куковать еще долго, да, но я сейчас закреплю спрейчиком, чтобы ничего не поехало. И едем до Владимира. До Москвы. До Владимира еще потом пересадку. Да, точно. Жесть. Просто представляете, поезд не прямой. Еще из Москвы до Владимира. А из Уфы нет прямого поезда до Владимира. А почему так тупо? Это уже на каким-то другим путем едет. Угу. Скоро у нас уже будет второй прием пищи. Все, я сделала макияж, ребят, в общем, едем дальше. У нас скоро должен быть второй прием пищи. А если бы не заказывали это деньги, тот, который нам приносили обед, то это был только первый прием пищи, представляете? То есть вот вообще очень долго без еды. Заколол челку вот так вот. И корни у меня просто ужасные. Приеду домой, надо просто быстрее, быстрее, быстрее краситься. А, вот, Валера пошел там что-то узнавать насчет, есть ли какие-нибудь сэндвич, да? Ну да. Вообще Наташа, поездные влоги, это хорошо. Пишется. Наташа обжор. Валера пошел у проводницы узнавать, есть ли в вагоне купе какие-нибудь сэндвичи. Вообще, мы тут нормально разместились, я вам скажу, такие кроватки. Поставил, но чаечек выпиваем периодически. Вот, у нас еда, все дела, можно даже телек посмотреть. Но сказали, надо какой-то диск попросить, чтобы тебе этот диск туда засунули, и ты мог лежать смотреть телек. Но мы вроде как бы не хотим, вроде все ок. Представляете, сейчас была у нас остановка, и на градуснике, вроде Валер где-то посмотрел, было 40 градусов на солнце. О, какая-то речушка. Или озеро. Озеро, по-моему. Проезжаем. Ладненько, я сажусь, короче, делать влог. И пошло дело.
стрёмно тебе через такие большие воды пробираться. Вообще жесть. А что это за река? Я не знаю, у меня карта не грузит. Какая-то большая-большая прям река. И мост прям длиннющий. Это ошибается, что вагон в воду упадет. Это предположила Валера. И теперь мне реально стало страшно. Я на самом деле вообще об этом не думала. Лежу, воздух начала делать. Ну вон уже почти бережок оказался. Спасибо. Очень длинный мост, капец, да? Да. Спасибо. Суша, ура. Как будто на суше нельзя сдохнуть по-другому. Начали потихоньку ужин приносить. Щи и индейка с картохой. Не, Наташа, да? Сюда. То же самое, что днем. Расскажи про... Расскажу секрет про вот такую дорожную булочку. И второе блюдо, Наташа, то же самое. Я думала, что что-то новое. Походу придется дошек заваривать. Короче, мы хотели вам рассказать секрет про булочку дорожную, вот такую. Он называется народный хлеб ООО Еманжелистский хлеб. Здесь состав, я, конечно, не знаю, я не разбираюсь, но мне кажется, что для обычной булки, вот слишком для хлеба, слишком химозный. Смотрите, первый идет мука пшеничная, хлеб пекарная второго сорта, вода питьевая, солодовый экстракт, жидкий, ячменный солод, вода, улучшитель. Вот мне вот это интересно, что... Да, улучшитель какой-то, эмульгаторы, моно- и диглицериды жирных кислот, Е471 стеароил, 2 лактитат натрия, Е481 антиокислитель, сорбиновая кислота, Е300, это уже, заметьте, уже третий Е в булке идет. Ферменты, альфа-амилаза, ксилоназа, дрожжи, хлебопекарные, прессованные, соль, поваренная, пищевая, все. Чипсы, мне кажется, полезнее. Короче, это изготавливают город Асбест, судя по всему. А, нет, юридический адрес. Изготовлено по заказу ООО «Куделька». Челябинская область, Еманжелинск. Офигеть, у вас в Еманжелинске ешные булочки. Я сегодня не читал это, я уже две спорол. Не, я говорю, может быть, оно так на самом деле надо, но мне казалось, что состав должен быть короткий, ну, типа у батона, там, у хлеба. Тут просто жесть. Чтобы дольше хранилось, может, не знаю. Видимо. Но там что-то написано, несет ответственность. Не несем ответственность, как, за то, как вы храните, да, нашу булочку. Поэтому травоняетесь, умрете, мы не виноваты. Наташа уже узрела несостыковки какие-то. Ладно, короче, смотрите, вот я сейчас ела, это называется вегетарианский ужин, холодная закуска, салат из свежих овощей. Что туда включено? Помидорки черри, огурец, окей, есть. Ну, огурец, да, огурец болгарский, нормально. Есть, оливки, масло оливковое, пум-пум, два пункта, и помидорки черри, пум, три фака по трем пунктам. Дальше, горячие блюда, у меня были овощи-гриль, слушайте, баклажан, цукини, помидоры, болгарский перец и шампиньоны. У меня были только помидоры, болгарский перец и картошка. А где баклажаны, а там даже нет картошки и шампиньоны? Мне. А это просто они блюда с обеда принесли. А где баклажан, цукини и шампиньоны? Интересно. А еще нам должны что-то принести. Там еще есть. Посмотри-ка. Че? Там десерт должен быть. Ну вот булочки ржаные, вот эти с хешками. Стоп. Освежающие конфеты. Стоп. Нет, вон написано, видишь, фруктово-ягодная тарелка, где она? Надеюсь, да, принесут. 200 грамм. Но они не написали, что в ней должно быть, поэтому тут не продерешься. Офигительно просто. Ни шампиньонов, ни баклажанов. Я шампиньоны с баклажанами обожаю просто. Сейчас дошик будем заваривать. Придется. Нам принесли соки. Мы вроде, снова бубним. Вроде, нет, жалко. Вроде какие модные прям сачки-то, да? Да, Риоба, это же хорошее. Покажи крышку. Как вообще это произошло? Как будто напильником спиленное. Как будто, да, отпили напильником. И там дырка есть. Но это ладно, полбеды. Короче, мы присмотрелись, а там дырка насквозь. То есть как будто вот просто стесали, здесь дырочка насквозь. Как мы это проверили, я смотрю вот так туда, и там от этой дырки поднимаются по соку пузыри. То есть это уже не герметичное? Это не герметичное, нет. Не очень гигиенично. Я прям смотрю вот так. О, там прям вдоль стены идут пузырьки от этой дырки по соку. Мне кажется, вот это не стоит пить. У этого тоже стесанное, но... Дай проверю, но на пузыри. Это какая-то заговор какой-то. Против нас. Тоже идет? Да? Да. Класс.
А может, это идет не через дырочку? Нет, здесь дырку видно прям на просвет. Можно даже не через пузырь. Вон она. Ее видно, да. Здесь вроде не видно дырку. Да, блин, фокус никак не ловится. Короче, ребят, что я вам хочу сказать? СВ не гарантия успеха вам, что все будет хорошо. Ну, чаёк хоть ничего. И еще мы ждем фруктовую тарелку. Давай ставим. На что ставим, что там будет? Мне кажется, яблоки и бананы. Всё. Яблоко и апельсин. Яблоко и банан я ставлю. Это яблоко и апельсин. Да, но яблоко в любом случае, потому что яблоко. Это самое дешевое. Конечно, яблоко будет, да. Я книжечку читаю. Хорошо, за окном уже темнеть начинает. Мы вам хотим доказать, что мы не просто так наговариваем, действительно. Посмотреть на эту крышку и посмотрим на нее на улицу, через нее. Вот и все. Как он вообще не пролился, мне интересно. Она же вот носит эти соки. Вот так. Ну. Классно, да? Жесть. Ну вот этот пшикнул. Вот этот герметичный был, он был норм, да. А этот просто звук. Отвернулся, а как ни в чем не бывало. Ну а что ты тут хотел? Тут вон. Выйти на луну можно через дырку. Отличный сок. Мне все-таки интересно, как так сточилось. Куда он попал, да? Жесть. По поездам, как он переехал. Наверное. Что, я оказался ближе всего к истине. Апельсин, яблоко, а еще и груша. Груша. Прибавилось. Это ничья. Нет, ты меньше ингредиентов назвала. Что же вкусим, Дарил Эсвэш? Апельсин-то у нас вообще вон там валялся еще. Ну что, кайфуешь? Кайфую от жизни такой. Часть в стаканик. Чего, кстати, не купили? Сейчас нам, сейчас нам предлагали очень много товаров. Наташа чуть не позарилась на косметику РЖД, там всякие бальзамчики предлагали. И она уже хотела такая купить и сделать обзор. Давай, придумай, на бьюти-канале. Придумывай. А что, косметика РЖД? Было бы видео на бьюти-канале косметика РЖД. Вообще-то мы купили открытку. Ну, открытка это открытка. Она... Ну, как это называется? Помогает детям. Да. Мне. Ну, есть, конечно, они деньги отдают туда. Да. Так, с первой сторис, сделанной в этом поезде, прошло 23 часа. А мы все еще едем. Короче, сейчас уже утро ранее. Около 6, ну, почти что 6 утра в Москве. Мы приближаемся к Москве, наконец-то. Естественно, снова мы взяли чаёк. Как же без чаечка? Сейчас мы, когда выйдем, сразу нырнем в метро. Одну станцию нам проехать до Курской. Или опять ехать. Ну так нам ехать всего полтора часа уже. Странно. На быстрой электричке до Владимира. Я уже переоделась, все, нормально выгляжу. Московские деревеньки появляются за окном. Как тебе эта поездка? Мне такое ощущение, как будто прошла вся наша жизнь, пока мы едем. Долго. Берсик уже в Нью-Йорке давным-давно, а мы все еще едем. Долго и жрать ничего. Люди в Нью-Йорке уже тусуются, а мы все еще из Уфы. В следующий раз нужно в Владивосток занять. 6 дней там. 6 дней до Владивостока и 20 рябчиков на одну морду, так? Да. 20 тысяч стоит в один так конец. Но зато из Владивостока сможем сразу в Токио. Там рядышком Валера горит. Прям. Ближе, чем от нас. Ну, можем оттуда сразу рвануть в Японию. Japanese girl'ами стать. Вот, ладно, ребят, мы будем, в общем, пить чаёк и, скорее всего, увидимся с вами уже у Владимира. Отключаюсь сейчас. Ну вот мы и дома, в любимом Владимире. И так как мы не успели ничего еще пока что купить домой поесть, мы сделали заказ из автосуши. У меня такая гречневая лапша здесь с креветками, ананасом и соусом чили. Валер рис с курицей. А еще вот здесь, кажется, креветочки такие, типа в... В кисло-сладком тоже каком-то соусе. И также у Валеры супец. Все, сейчас садимся есть. И я буду писать маме или Ларе. Может быть, меня сегодня кто-нибудь из них сможет покрасить. Заодно поеду к родителям забирать Грету. А у меня тут покрасочка началась, понимаете ли, ребятки. Осветлила я, короче, сама себе уже корни. Вот сейчас наношу до середины длины. Буду прочесывать, короче, да. У меня такой лавандовый цвет. Покажусь вам потом, когда все будет закончено. Но это еще не скоро, потому что это антоцианин, а с ним никогда ничего не бывает быстро.
Итак, я такая вот нежно-нежно-фиолетовая, но почему-то при этом освещении я кажусь намного ярче. При дневном я такая достаточно бледненькая, ну, как будто такой достаточно яркий фиолетовый цвет. Он на самом деле лавандовый, он очень-очень нежный. Еще Манецкая тишка. Манецкая? Да. Едем сейчас, в общем, забирать Гретту к моим родителям. Вызвал Валеру уже такси. Папа хочет заказать роллы, кажется, к нашему приезду. Сейчас посмотрим, что там, в общем, будет. Поехали с нами. Итак, мы уже почти на местности. Сейчас будет проверка Гретты. Да, я зайду и не скажу ей ни слова, просто встану и буду на нее смотреть. Посмотрим, как она отреагирует, если я прям тихо буду стоять. Дом, кстати, Лару у водителей, поэтому, мне кажется, она сейчас там избалована вниманием. Ну, и может факт, быть. Что я сейчас даже... Ну, если она не узнает Наташу, значит, это верный признак. Чего? Что у пса другой хозяин какой-то. Она моих родителей обожает. Папу особенно, это просто жесть. Она с кипятком ссыться по папе. Ладно, пойдемте. Что-то как-то хило. Грета? Грета, а ты чё? Грета? Грета? Она уж на меня радует. Да, походу, хозяева у нее все-таки другие. Грета, что ты не узнаешь, да, походу, никого? Ты что, не признала, что ли? Пес. Ну, а пес? Привет. Ох, Грета. Грета, она тоже скользит. Читай, 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 Грета. Грет, Грет. Ей, по идее, на плитках нельзя. Ну да. Приветствие хилое. Хилинка. Хилинка.